Репетиционная база Underground. Самая крутая точка Москвы. Всем привет, это Влад Лобанов из школы экстрим вокала. Сегодняшний наш выпуск посвящен фрай-скримингу. А точнее, это второй урок. И он посвящен развитию громкости голоса, атаки и тому, как это развивать. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что здесь очень большое значение играет опора дыхания. Если у вас хорошая опора, вы можете петь, вы можете использовать фрай и любую другую технику. Вам остается только лишь понять, как это делается. Если у вас нет дыхания, вы не можете это делать. На YouTube у меня есть что-то типа рейтинга, где показано количество просмотров тех или иных видео. И у дыхания наиболее меньшее количество просмотров, чем у всех остальных моих видеоуроков. А все должно быть наоборот. Смотрите, как усилить опору дыхания. Это очень важно. Итак, вспоминаем то, о чем я говорил на первом видеоуроке по фрай-скриму. Я говорил о том, что вы должны извлекать звук в месте, где у вас тянется шепот с небольшим расходом воздуха. Это делалось таким образом. Вы тянули... Потом вы увеличили опору, и у вас получался звук треска. Но наступает такой момент, когда у вас это получается уже делать с определенной громкостью, и громче и мощнее у вас не получается. Что делать дальше? Для того, чтобы вам усилить ваш фрай-скриминг, сделать его более громким и мощным, вам надо подключить и гортанное расщепление, то есть совместить фраевое расщепление на верхнем мягком небе и гортанное расщепление. Как это сделать? Для начала вам нужно выкатить звук вперед. Звук должен получиться сначала очень дурацким, он похож на моторчик или на чукотский йодель. И делается он на переднем треугольнике гортани. Сейчас я подойду ближе к вам и покажу это место, где вы должны сделать это. Это делается здесь. Самый перед вашей гортани девушкам будет посложнее, тем не менее постарайтесь найти это место. Вам нужно сделать следующее. Сделайте... Как будто вы говорите очень близко вот сюда. И начните там трещать. Вам может быть неприятно. Ощущения могут быть дискомфортные, потому что это очень неестественный звук, когда вы его укатываете вот сюда вот. Тем не менее, это нужно сделать для того, чтобы вы смогли сделать ваш фрай-скрим мощнее. Об этом чуть позже. Итак, когда вы смогли сделать это... И вы уже без проблем трещите здесь. И совсем высоко, когда у вас гортань поднята. Или вы опустили ее пониже. Сюда. Примешайте фрай, то есть то, что вы делали до этого. И примешайте голос. Почему вы должны выпятить этот звук вперед? Почему должны делать это здесь? Дело в том, что когда вы просто тянете шепот и делаете... Вы понимаете, что громче вы не можете, потому что вы давитесь. Потому что вы не можете пропустить большее количество воздуха, чтобы это было мощнее и громче. Именно в этом месте... Вы имеете возможность... делать это с большей примесью голоса! Вы можете петь по нотам, добавить туда больше голоса! Можете поднять гортань, и это будет звучать как в black metal! Вы можете опустить среднее положение, и здесь это звучит таким образом. А теперь давайте немного пройдемся по... стилем и звукоизвлечения. Начнем сверху, с высоких скримингов. Итак, здесь, в принципе, все то же самое, что и было на первом уроке. Никаких особых премудростей с дыханием. Опора дыхания плавная, то есть вы набираете громкость постепенно, не делаете это рывком. Вы поднимаете максимально гортань и выпячиваете его максимально близко к зубам. И здесь уже смотрите того, чего вам нужно достигнуть. Я имею в виду, что...
как раз в этом месте. Ой-ей, вы смотрите это! Как это звучит? Можно немножечко больше голоса? Можно очень высоко? Можно и пониже? Отлично! Также голоса можно сделать побольше, как я уже об этом говорил. И сделать поменьше его. Имейте в виду, я говорю звук выпячивать вперед. Особенно это касается скриминга. И не важно, делаете ли вы дерти скриминг или более блоковый вариант. Более тричащий. Все примерно так и происходит. Вы набираете громкость и ищете баланс звука. Я имею в виду, что вы должны понять, что вам нужно. Если вы хотите более дерти скриминг, яу! Такой звук, то у вас должна быть более примесь фраевая. Больше шепота, больше сипения, более бульканья. Если вам нужно более блэковый вариант, то вы трещите более на переднем треугольничке и делаете звук таким. Спускаемся ниже, средний фрай скриминг. Теперь наша гортань не задрана максимально вверх, а она в среднем положении. В таком положении мы сначала тянем шепот и извлекаем там треск. Делаем... Потом выпячиваем звук вперед, делаем на переднем треугольничке гортани. И соединяем это. Старайтесь, чтобы у вас была большая примесь чистого голоса, потому что... Если вверху его можно фактически исключить, то... В середине это звучит не очень хорошо. То есть в середине это канает, когда у вас хорошая примесь чистого тембра голоса. Что здесь еще важно? После того, как вы добились примерно вот такой громкости. Обратите внимание, у меня большая примесь голоса, и делаю я это вот через эту штучку. Вам надо усиливать опору дыхания и делать это громче. Я сделал это на зевках. Имейте в виду, что я говорю, выпячивайте звук вперед сюда, но... На самом-то деле, это именно для примеси гортанного треска, для дополнительного расщепления звука. На самом деле, фрай-скрим делается максимально глубоко и на зевке. После того, как у вас получился в середине этот звук, примерно такой громкости, пробуйте делать это на зевке и максимально глубоко, и мощнее. Обратите внимание, тянем уголки губы вниз. Найдите нужный вам звук и не зажимайтесь. Смотрите, чтобы у вас не поднималось давление, чтобы не выпячились вены, чтобы вам не было дико не в кайф. Так, низкий фрай-скрим. Теперь мы опускаем нашу гортань максимально вниз и пытаемся извлечь там звук. Для начала нам надо научиться делать месте, где мы извлекаем шепот. Таким образом, звук, и далее мы опять выпячиваемся на гортань, на передний треугольничек, и пробуем делать. Сначала звук выходит достаточно дурацким, такой треск мотора. Мы усилим его и делаем примесь фрай и голоса. Старайтесь бурлить как можно ниже, больше в грудь, все ниже. И пытайтесь как бы еще бурлить под гортанью. И подключайте опору. Ищите звук, который вам подойдет. То есть баланс гортанного расщепления, фраевого и голоса. Теперь хотел бы рассказать вам про пару сублиминальных фишек. Я имею в виду, что это не есть техника, но это, скорее всего, психологический фактор, который может вам помочь, я хотел бы сказать об этом. Когда вы будете заниматься фраем, неважно на какой-либо опоре, вы можете создавать давление снизу, вы так и делаете, вы делаете... Вы усиливаете это, ищете нужный вам звук и давите как бы снизу вверх, создаете давление. Но
есть так называемое и обратное давление, то есть как бы сверху вниз. Используйте это. Делайте не просто, но как бы и сверху вниз. Давите сверху вниз. Имейте в виду, что это может вам помочь. Также, когда вы будете делать фрай, имейте в виду, что вы должны это делать максимально глубоко. И когда вы это сделаете, имейте в виду, что если вы поете в микрофон, или вы поете, снимаете это на камеру, когда-либо, когда вы пишете звук, есть также и расщепление, которое получается за счет мембраны микрофона. Я имею в виду, что если она перегружается, вы часто видите на концертах, когда люди зажимают микрофон, делают... Это звучит круто, но не всегда. То есть вы должны перегружать звук не за счет громкости того, что микрофон шкалит, мембрана микрофона шкалит, а за счет уже того, что вы делаете внутри. То есть качественный саунд, в том числе и фрай, и какой-либо другой, он именно за счет перегрузки внутри вашей гортани, наложных, и не за счет мембраны микрофона. Имейте это в виду, и когда будете заниматься, вы можете поймать себя на этом, что да, вроде все круто, но на самом деле нет, потому что вы перегрузили мембрану микрофона. Вот, собственно, все, что я хотел рассказать вам про фрай-скриминг. Надеюсь, что урок будет полезным, и вы многому сможете научиться. Также я хотел сказать, что мною разработана программа по чистому вокалу. И теперь вы можете прийти на занятия ко мне и освоить сначала чистое пение. Программа представляет из себя комплекс упражнений по наработке опоры дыхания, ее мощи, по позиционному звукоизвлечению, чтобы ваш голос был мощным, звонким и собранным. Всем удачи, рубите метал!